Lo stesso mosso? Sì, Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня знаменательный день, международный день стоматолога. Я рада приветствовать всех наших коллег и наших российских, и зарубежных, таких дорогих, с точки зрения, может быть, далеких, но по духу и по профессионализму очень близких. Сегодня 10-я юбилейная международная конференция. Начиналось это все... Телемост как Россия и Белоруссия. Потом присоединился уже Узбекистан и Казахстан. А сейчас у нас Узбекистан расширен и представляет не только Ташкентский государственный стоматологический институт, но впервые у нас присутствует и Самарский государственный медицинский университет. Мы очень рады нашим коллегам. Первое слово для открытия нашей международной телеконференции представляется ректору Дальневосточного государственного медицинского университета, член-корреспонденту Академии медицинских наук Константину Вячеславовичу Гринецкому. Уважаемые участники конференции, уважаемый Надирович, уважаемый Джасур Алимджанович, уважаемая Татьяна Леонидовна, датчики, все, кто нас видит и слышит в эфире и на подключении, разрешите вас приветствовать в знаменательный день, Международный день стоматолога, с началом и открытием юбилейной конференции «Актуальные вопросы детской стоматологии и профилактики». Так случилось, что в этот день мы сегодня празднуем и праздновали 25 лет со дня основания нашей университетской стоматологической поликлиники Унистом. Она создана 25 лет назад, тоже в преддверии Дня стоматолога 8 февраля, и была предназначена, создана для формирования клинической базы подготовки стоматологов и научных изысканий, внедрение их практики на основании работы тесно с кафедрами стоматологического факультета. Стоматологическому факультету в следующем году будет
45 лет, это тоже знаменательная дата, которая свидетельствует о том, что в свое время, в 70-х, 80-х, 90-х годах, наши представители, мудрые руководители, собственно, мыслили и создавали подразделения для лечения, науки и образования. И это непрерывный процесс. Очень приятно, что сегодня участники не только с Хабаровска, но и из Беларуси, с Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Узбекистана, Ташкентского университета стоматологического Узбекистана и наши коллеги с кафедр стоматологии и профильных подразделений, а также с Казахстана и частных клиник, что тоже говорит о том, что это единое стоматологическое сообщество. Выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество, взаимодействие, совместные проекты, совместные образовательные программы, обмены, стажировки. Границы с нашими странами открыты. Мы поборли COVID-19, сохранив оказание стоматологической помощи и другой плановой помощи. И теперь нужно чаще встречаться, видеться. Александра Анатольевна уже после ограничений посетила Узбекистан. И это результатом хорошим, со студентом. Первое место занял студент наш. И Самарканд. Поэтому ректорам выражаю благодарность в дальнейшем сотрудничестве и все благ, здоровья, мира, благополучия и успехов. Спасибо всем. Спасибо большое. И слово предоставляется ректору Самаркандского государственного медицинского университета, ректору Резаеву Джасуру Алимджановичу. Хочу сказать, что большое спасибо, еще раз выразить благодарность за организацию той поездки, в которой я побывала в Самаркандском государственном медицинском университете. Спасибо вам огромное и предоставляю вам слово. Спасибо за предоставленную возможность. Доброе утро, уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники 10-й международной телеконференции «Актуальные вопросы путешествования стоматологической помощи». Уважаемый Константин Вячеславович, уважаемые организаторы, я, во-первых, выразить благодарность за такой телемост, который сегодня объединяет три стран и многих стоматологов, многих профессионалов, которые работают во благо развития стоматологической службы. Я рад приветствовать вас на данном востребованном мероприятии, посвященном проблемам современной стоматологии, позволяющим обсуждению глобальных проблем отрасли, а накопленным опытом и изучение передовых научно-практических знаний от специалистов и ученых, ведущих вузов Российской Федерации, Казахстана, Республики Беларусь и Узбекистана. Уровень науки и образования в обществе увеличивает количество и скорость научных открытий, а быстроту их распространения в практической сфере медицины. Современный научно-технический прогресс привел к существенным изменениям в разных отраслях и собственной стоматологии, что занимает важное место в оказании качественного уровня медицинской службы и сохранения стоматологического здоровья населения. Перед участниками данного крупнейшего мероприятия стоят масштабные задачи, направленные на консолидацию медицинского сообщества, выработку общих подходов к решению насущных проблем, стоящих перед практическим здравоохранением. У меня широкий спектр вопросов, касающихся качественного стоматологического обслуживания. Программа насыщена самыми разными научно-тематическими докладами, которые несут значимую лепту в решении многих задач и позволят каждому из нас занять достойное место в динамично развивающемся мировом пространстве. Уверен, данный форум пройдет в конструктивном, плодотворном ключе, а его рекомендации и предложения будут воплощены в жизнь. Еще раз хочу от себя лично и от имени Самаркандского государственного медицинского университета выразить
благодарность всем организаторам, особенно Дальневосточный государственный медицинский университет во главе уважаемого Константина Вячеславовича за организацию масштабного мероприятия, которое объединяет 4 страны и многие стоматологи из этих стран. Оказывает, что и в науке, и в здравоохранении нет границ. А наша нация, нация медиков, нация стоматологов. Желаю всем плодотворной работы и среди многообразия тем найти то, что будет интересно. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Джасур Алимджанович. Приветственное слово предоставляю. Ташкентского государственного стоматологического института профессору Аймакову Сайфуддину Ильбаевичу. Государственный стоматологический институт. Слово предоставляется проректору по учебной работе. Уважаемый Константин Вячеславович, Джасур Алимджанович, Александра Анатольевна, благодарен вам за предоставленную возможность поприветствовать участников и организаторов 10-й юбилейной международной конференции «Актуальный вопрос о решении стоматологической помощи». Стоматология является одной из самых прогрессивных и быстро развивающихся отраслей современной медицины. В университете стоматологии самые движения науки и техники, все технологии цифровизации. Несмотря на эти достижения, у нас есть вопросы, у нас есть нерешенных проблем, которые мы должны с вами сегодня на этой конференции обсудить, обменяться своими достижениями, опытом по решению этих проблем. И сегодняшняя конференция, мы очень надеемся, что станет большой и очень важной ареной для обмена опытом, для обсуждения своих результатов и научных исследований. Конференция была впервые организована детскими стоматологами, но на сегодняшний день, на юбилейной 10-й конференции уже масштаб конференции стал общестоматологическим. Тут все направления, все узкие специальности стоматологии. И масштаб географии нашей конференции год годом расширяется. Обсуждаемые на сегодняшней конференции все вопросы, реальные проблемы, диагностики, лечения и профилактики некоторых сложных стоматологических заболеваний станут направлением для научных исследований наших новых, наших юных, начинающих творческой молодежи. И сегодня я очень надеюсь, что они найдут себе направление для продолжения своих научных работ. Мы уверены, что сегодняшняя конференция будет очень полезной для всех участников, так как на повестке дня очень важные основные проблемы стоматологии. По возможности хочу поздравить всех стоматологов, наставителей, которые готовят стоматологов, наших наставников, а также практических стоматологов сегодняшним днем профессионального праздника стоматолога, который празднуется во всем мире 9 февраля. Желаю всем стоматологам крепкого здоровья, всего счастья и чтобы все ваши планы сбылись, реализовались и творческие успехи. Еще разрешите мне поприветствовать организаторов сегодняшней конференции и участников и пожелать всем плодотворных дискуссий и успешного проведения сегодняшней конференции. Благодарю за внимание. И пригласите представить слово Татьяне Леонидовне, декану стоматологического факультета Русского государственного медицинского университета. Коллеги, разрешите поприветствовать вас в Республике Беларусь.
Московского государственного медицинского университета. Поздравляю с днем слова. И самое важное, поблагодарить организаторов за работу, которая проведена, подготовка конференции, за то, что пригласили нас. Мы очень рады, ценим дружбу, взаимопонимание и помощь. Я приветствую всех участников конференции, и я сама челюстно-лицевой хирург, но я считаю, что особое место в работе врача-стоматолога занимает профессия врач-стоматолог детский, потому что это особая профессия. Чем особенная? А выполняет свой профессиональный долг. Врач-стоматолог детский не только помогает пациенту, но он еще должен думать всегда, как не нанести психологическую травму этому маленькому человеку. И за это я вас очень люблю, уважаю и горжусь, что у нас на факультете есть такая прогрессивная кафедра, самый многочисленный состав кафедры стоматологии детского возраста. И сегодня наша конференция собрала много специалистов по актуальным вопросам детской стоматологии. И я желаю всем интересных докладов, творческих дискуссий, новых идей и благодарных учеников. Спасибо. Спасибо, Яна Леонидовна. Ну и хочу начать нашу конференцию и предоставить слово Жилевич Олесе Владимировне и профессору Шаковец Наталье Вячеславовне с докладом «Коррекция стоматологического статуса пациентов с сигнальной хронической почечной недостаточностью». Здравствуйте, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. В сегодняшнем докладе я бы хотела остановиться на особенностях коррекции стоматологического статуса детей с хронической почечной недостаточностью. Данная патология является довольно распространенной. Она диагностирована у 9% населения всего мира с тенденцией к росту примерно 30% за последние 30 лет. Рассматривая определение термина хронической болезни почек, особое внимание стоит уделить скорости клубочковой фильтрации. На данном слайде представлена зависимость прогрессирования хронической болезни почек от снижения скорости клубочковой фильтрации, СКФ. Значит, 120 до 60 являются нормой, от 60 до 15 соответствуют от первой до четвертой стадии хронической болезни почек. И когда показатель СКФ опускается ниже 15, это означает переход заболевания в терминальную пятую стадию, когда пациенты нуждаются в проведении заместительной почечной терапии. Она осуществляется тремя способами. Перитонеальным диализом, гемодиализом или же трансплантацией донорского органа. Считается, что венотерапия – это своеобразный способ ожидания донорской почки, несмотря на то, что каждый из методов имеет как свои недостатки, так и свои преимущества, то наиболее благоприятный исход для пациента, для общего здоровья является трансплантация почки. От детского регистра заместительной почечной терапии с 2007 по 2016 годы к терминальной стадии хронической болезни почек чаще всего приводили врожденные аномалии почек и мочевых путей. В 45% случаев, врожденные и наследственные заболевания почек в 18% случаях, им же следуют гломерулонефриты и вторичные гломерулонефриты и васкулиты 14% и, соответственно, 12%. В период с апреля 2009 года по май 2021 года в нашей стране, по данным того же регистра заместительной почечной терапии, было проведено 125 операций по трансплантации почки. Думаю, если это количество соотнести с численностью детского населения в нашей стране, то многие из нас могут выдохнуть, потому что действительно вероятность
вероятность встретить такого пациента на стоматологическом приеме в своем кресле довольно мала. Однако, уважаемые коллеги, дети с трансплантированными почками становятся взрослыми с трансплантированными почками, и, к сожалению, их как соматический статус, так и стоматологический статус не улучшается. Под моим наблюдением сейчас находится группа Young Adult, молодых взрослых от 18 до 30 лет. Молодые люди перенесли трансплантацию почки в прошлом, когда они были детьми. Сейчас они находятся во взрослой службе, однако вот после изучения их стоматологического статуса я могу сказать, что его можно охарактеризовать как запущенный. И я уверяю, что стоматологам абсолютно всех специальностей будет чем поработать, и ортодонтом, и хирургом, и терапевтом. Вот доцентка на фото, ей 25 лет, 15 лет назад ей была трансплантирована почка, и на момент она предъявляет жалобы, с ее слов, на дефект материала, из которого изготовлены винир, который вот мы можем наблюдать во фронтальных отделах верхней и нижней челюсти. Я думаю, мы с вами понимаем, что проблема не только или не столько в композите, сколько в плохой дуальной гигиене, неудовлетворительной полости рта. И, конечно, эта девушка искренне не понимает, что вот тот налет, который находится на винирах, это налет, который она не чистит ежедневно. Это не дефект материала. Поэтому, уважаемые коллеги, для того, чтобы рационально планировать лечение данных пациентов, для того, чтобы прогнозировать результат, здраво оценивать свои силы и иметь где-то даже мужество перенаправить пациента к другому коллеге, мы, собственно, и слушаем мой доклад. Целью нашего исследования стало оценка уровня гигиены полости рта и состояние периодонта у детей и молодых взрослых с терминальной хронической болезнью почек для будущего выбора рациональных методов, средств и предметов ухода за полостью рта. В исследовании были включены 58 пациентов на заместительной почечной терапии, которые находятся под наблюдением во второй городской детской клинической больнице города Минска. Осмотр всех пациентов был проведен одним исследователем в стоматологическом кабинете с использованием стандартного набора инструментов. В ходе стоматологического обследования оценивали состояние гигиены полости рта по индексу толщины зубного налета PLI, а также оценивали состояние десны по индексу GI и регистрировали наличие или отсутствие кровоточивости десны и степень ее гиперплазии. В нашем приняли участие 4 ребенка с временным прикусом, 6 детей со смешанным прикусом и 48 пациентов с постоянным прикусом. Возраст обследованных составило 15,9 года. Соотношение обследованных лиц мужского и женского пола 13:8. Это общий термин для обозначения сложной биопленки, которая образуется на поверхности зубов и состоит преимущественно из полимерного матрикса. Именно зубной налет является этиологическим фактором развития не только кариеса, но и болезни периодонта. Само вот формирование биопленки на поверхности зуба – это вполне физиологический процесс, однако при частом поступлении углеводов в полость рта, знаем, что пациенты, группа пациентов, про которую говорим, часто употребляют углеводы, потому как потребление белка сокращено для снижения нагрузки на почки, между микроорганизмами в полости рта смещается в сторону патогенных анаэробов и начинается активное выделение бактериями факторов вирулентности. В течение десятилетия было установлено, что периодонтит связан с более высокой смертностью и повышенным риском развития соматических заболеваний, в том числе хронических заболеваний почек. В литературе описывается два механизма, которые объясняют возможное влияние периодонтальной патологии на общее здоровье пациентов. Согласно первому, эпителий, который выстилает зубы в десневую борозду, мере прогрессирования воспаления изъязвляется и тем самым обеспечивает доступ болезнетворных бактерий в системный кровоток. Они могут оказывать прямое воздействие на органы мишени. И с другой стороны, ответная воспалительная реакция на периодонтопатогены может оказывать
обоснованное системное воздействие. Такого воспалительного ответа у пациентов с периодонитом может выступать повышение С-реактивного белка крови. Обследование медиана индекса толщины зубного налета во время прикуса обследованных пациентов составило 1,4, смешанное 1,8, постоянно 1,5. Мы наблюдаем наиболее неблагоприятное значение индекса в смешанном прикусе и связано это с тем, что дети в возрасте 7-12 лет начинают чистить зубы самостоятельно и в силу множества факторов уделяют этому недостаточное внимание. С другой стороны, родители, которые вполне с ним обеспокоены общим здоровьем ребенка, который проходит такое количество обследований, принимает огромное количество медикаментов, поэтому, к сожалению, вопросы стоматологического статуса и тем более чистки зубов не являются и настолько важными, чтобы брать их под свой контроль. Оценку состояния десны с использованием индекса GI проводили только у детей с постоянным прикусом, при этом его медиана составила 1,4, что соответствует гингивиту средней тяжести. Кровоточие десны была зарегистрирована у 55% осмотренных пациентов. Индуцированная гиперплазия десны – это побочный эффект, проявление которого у перенесших трансплантацию почки пациентов связывают с приемом двух аппаратов. Цитоциклоспорин А, который является иммуносупрессантом, а также антигипертензивное средство из группы блокаторов кальциевых каналов. В многих странах, в том числе и в Республике Беларусь, иммуносупрессивная терапия циклоспорин А была заменена такролимусом по причине наличия меньшего количества побочных эффектов, в число которых входят и эстетические нарушения. Кальциевых каналов, входит в свою очередь в схему антигипертензивной терапии у пациентов с хронической болезнью почек. И на сегодняшний день имеется достаточное количество подтверждений в литературе развития гиперплазии десны, которая была индуцирована приемом нифедипина, амлодипина, верапамила и других представителей данной группы препаратов. Десны начинается с увеличения межзубного сосочка, с дальнейшим вовлечением маргинальной десны. При отсутствии вторичного воспаления десна при пальпации плотная, безболезненная, розового цвета, при зондировании не кровоточит. Обжижение может распространяться на десну вокруг абсолютно всех зубов, как можно видеть на фото, однако наиболее типичной локализацией являются фронтальные отделы верхней и нижней челюсти. Резонный зуб у пациентов выявляется вполне жалобы – это нарушение эстетики, нарушение жевания, нарушение речи, наличие неприятного запаха изо рта, наличие миграции зубов, наличие кровоточивости зубов при приеме пищи и при чистке. Лечатливаются как хирургические, так и нехирургические подходы к лечению данной патологии. Золотым стандартом является на сегодняшний день иссечение разросшихся участков десны. Однако существует достаточное количество источников, которые сообщают, что консервативное лечение, к которому как раз относится коррекция индивидуальной гигиены полости рта, также с успехом используется даже в тяжелых случаях. Исчисленная гиперплазия десны была выявлена у 53% детей, и все эти дети принимали амлодипин в максимально допустимых дозировках. Кроме того, у них наблюдалась неудовлетворительная гигиена полости рта. Индекс толщины зубного налета составила 1,8. Наиболее оптимальными методами чистки зубов для пациентов, имеющих заболевание периодонта или же риск развития таких заболеваний, являются вибрирующие методы. Все наши пациенты, которые были первично осмотрены, были обучены методу чистки зубов по классу. Когда зубная щетка располагается, зубная рабочая часть зубной щетки располагается наполовину между десной и поверхностью зуба, совершаются вибрирующие движения, которые как бы разбивают структуру зубного налета, а затем выметающие. Для жевательных зубов, жевательных поверхностей и оральных поверхностей используется вертикальное положение щетки. Именно такой метод позволяет очистить наибольшего скопления налета, к которому относится предесневая, зубодесневая, да, и в некоторой степени
межзубные промежутки. Для того, чтобы описанный метод был наиболее эффективным, всем нашим пациентам были выданы зубные щетки с мягкой и при этом плотно набитой рабочей частью. Именно такая конструкция позволяет осуществить описанный ранее метод для того, чтобы наиболее деликатно и надежно проникнуть в труднодоступные места. Кроме того, нашим пациентам были выданы зубные пасты, в которых входит запатентованный увлажняющий комплекс. Так это рекомендовано пациентам, которые имеют проблему ксеростомии или же риск ее возникновения. И, в общем-то, она разработана для защиты и поддержания увлажненности слизистой оболочки полости рта. Альгинокалия, которую получают из морских водорослей в сочетании с 10% ксилитом, создают надежный влагоудерживающий слой. Так, зубная паста содержит бромелоин, это активный протолитический фермент, который облегчает удаление зубного налета и препятствует его формированию в дальнейшем. Мы находимся в процессе повторного осмотра пациентов после трехмесячного использования и описанной ранее профилактической схемы и статистическую обработку полученных данных. Надеюсь, что в следующих докладах мы поделимся с вами полученными положительными результатами. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Буквально всем могу сказать, что уникальный клинический материал такого. Я думаю, что не все даже могут в жизни увидеть, но это материал, который нужно всем знать, потому что такие дети нуждаются, конечно, в коррекции стоматологической помощи. Спасибо большое за то, что вы помогаете таким сложным детям. Хочу немножечко напомнить, что у нас конференция аккредитованная по системе НМО, она составляет 4 кредита для специальности стоматологии общей практики, стоматология детская, ортодонтия и организация здравоохранения. И прошу всех докторов, которые у нас сейчас на связи, проверить регистрацию на нашем сайте, для того, чтобы я потом вам правильно отправила эти кредиты по почте. И следующий доклад – клинически значимые микроорганизмы языка как интегральный показатель состояния парадонта. Стрельникова Наталья Виктора, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, лаборатории, нет, я здесь, завлаборатории БАК КГБУС туберкулезной больницы, соавтором являются Шиповаленко Екатерина Сергеевна, врач-парадонтолог и Антонова Александра Анатольевна. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте представить вашему вниманию доклад «Клинически значимые микроорганизмы языка как интегральный показатель парадонта». Воспалительные заболевания парадонта – это глобальная проблема. Особое место отводится хроническим генерализованным парадонтитом. Возраст детей составляет, ведь около 80% страдают гингивитами, до 95% взрослого населения заболеваниями парадонта. Парадонт приводит к патологии зубочелюстной системы и потере зубов в 5 раз чаще, чем осложнение кариеса. В Хабаровском крае также высокий уровень эпидемической распространенности парадонтитов до 90%. Доминируют парадонтиты средней степени тяжести после 45 лет почти у половины населения. И в тяжелых формах парадонтитов глубина парадонтального кармана достигает 5-8 мм. И мы задали вопрос микробиологи и инфектологи, что такое парадонтит. Это самостоятельный изолированный синдром или это симптомокомплекс системного инфекционно-воспалительного процесса? По данной литературе почти 86% пациентов, страдающих парадонтитами, имеют коморбидный фон, атеросклероз, хобл, язвенную болезнь желудка, аспирационную пневмонию, зоб, гипертонию и другое. Характеристика видового состава парадонтальных карманов.
проводится в настоящее время лишь с учетом признанных пародонтопатогенных бактерий первого и второго порядка молекулярно-генетическим методом. В то время обострение хронического инфекционного процесса связано именно с активизацией признанных пародонтопатогенных бактерий. Ну, более вирулентными представителями вида первого порядка являются Porphyromonas gingivalis, Agrigatibacter actinomycetum compass comitans tox plus serotip B, Patella forsythia и второго порядка. Это Patella intermedia, фузобактерии nucleatum, трепанемы, денticula. Данных публикаций много. В то же время, конечно, они неоспоримы. И в то же время данные в этих публикациях зарубежных и российских весьма противоречивы. Микробиология пародонтита характеризуется, напротив, обеднением микробиоты и потерей ее разнообразия. Роль условных патогенов микробиома полости рта, как энтеробактерии, пиогенные зеленящие стрептококки, стафилококки, грибы родокандида, изучены в настоящее время недостаточно. Определение их состава и титра имеет клиническую значимость для диагностики, лечения и профилактики хронического пародонтита. С позиции инфектологии условием активации условных патогенов признано снижение контроля иммунной системы и изоляция эндогенного механизма возникновения оппортунистических инфекций, естественно, при наличии благоприятных внешних и внутренних условий. На сегодняшний день описана вегетация более чем 700 видов прокариот в составе микробиома полости рта. Мы предлагаем ввести термин «симультанная вегетация» в практику медицинской микробиологии и стоматологии для лечения одновременного, то есть синхронного сосуществования индигенных представителей микробиома полости рта на поверхности слизистых оболочек в различных биотопах полости рта в вероятных условиях развития дисбиотического процесса при хронических пародонтитах. Исследование явилось оценить клиническую значимость феномена симультанной вегетации путем микрологического исследования видового состава пародонтальных карманов поверхности языка при хронических пародонтитах в условиях системного инфекционно-воспалительного процесса. Микробиологические исследования проводились одновременно из двух биотопов, определялись клинически значимые штаммы условно-патогенных микроорганизмов, антибиотикорезистентность, микробиологические свойства, чувствительность к антибиотикам и особенности сезонной активности основных условных патогенов. Первый исследователь, это межкафедральное исследование, междисциплинарное, проведен проспективный микробиологический анализ клинически значимых видов условных патогенов из патологических зубодесневых карманов и поверхности языка при хронических пародонтитах легкой, средней и тяжелой степени в Хабаровском крае. У 88 пациентов ключевой группы ВОЗ на стоматологической клинике Унистом в период с 16 по 19 годы. Микробиологические исследования и молекулярно-генетические исследования выполнялись на базе лаборатории бактериологической краевой клинической больницы номер 1 город Хабаровск. Исследовали коэффициент корреляции Пирсона, индекс H альфа-разнообразия Шеннона, индекс C рядового разнообразия Симпсона. В данную группу входили пациенты с легкой степенью болезни пародонта 37%, средняя степень 30%, тяжелая степень 32,5%. В всех группах гигиена полости рта была неудовлетворительная, а при тяжелой степени гигиенический индекс составлял 3,4, гигиена полости рта плохая. Коэффициент рандокорреляции с Пирмина 0,7 свидетельствует о сильной положительной связи между индексом гигиены и показателем глубины пародонтальных карманов. Индекс 0,6 о связи кровоточивости десен с глубиной карманов и индекс 0,8 о связи прямой и сильной с наличием зубного камня. Состав условно-патогенных микроорганизмов в биотопах пародонтальных карманов и корни и спинки языка совпадает при хронических пародонтитах легкой степени на 85%, при средней степени 89% и тяжелой степени 92%. С правой стороны представлены реальные фотографии.
монографии, выполненной на базе нашей лаборатории, лаборантами и врачами-бактериологами. Хорошо видно, что на верхней фотографии питательная среда УРИ-64, на которой выросли колонии из материала биотопа спинки и корня языка. С правой стороны значительно виднее рост колоний из пародонтальных карманов. Количество клинически значимых условных патогенов из двух биотопов зависит от тяжести инфекционно-воспалительных изменений пародонта и колеблется от 2 до 5 в среднем 3,9. Весьма значимой является ассоциация лептотрихий, это бактерии неспорообразующие, с пиогенными стрептококками, которые являются при пародонтитах всех степеней. С правой стороны представлена фотография чистой культуры стрептококка пиогена с высоком титре. Хорошо видны нежные полупрозрачные колонии с бета-гемолизом на чашке Петри с кровяным агаром. Все значения индекса разнообразия Шеннона H 2,9 имеет среднее значение, а индекса Симпсона 0,28. Пиогенные стрептококки поддерживают рецидивирующее течение инфекционного оппортунистического процесса при хроническом пародонтите. Этамы выделяются одновременно с корней спинки языка из пародонтальных карманов в клинически значимом титре, что доказывает наличие феномена их симультанной, то есть одновременной вегетации. В таблице также представлены лингвальные и пародонтальные штаммы и сравнение имеет статистическую значимость. Лептотрихи появляются в пародонтальных карманах и с поверхности языка, также в ассоциации с золотистыми стафилококками. В чашках с кровяным агаром представлен рост материала корней и спинки языка, верхняя фотография, где прекрасно видно колонии округлые желтого цвета, выпуклые блестящие стафилококки в золотистых, окруженные четкой зоной бета-гемолиза. Стафилококка 10/6 степени. А внизу представлен посев из пиального кармана, при этом титр, посмотрите, пожалуйста, на 2 порядка ниже, чем с поверхности языка. Среднее значение индекса видового разнообразия Шеннона составило 3,1. Высокий показатель имело среднее значение индекса доминирования видов Симпсона и 0,39. Касается грибов рода кандида, нормальных обитателей полости рта. Мы обвали их одновременно в пародонтальных карманах и на спинке и корне языка в среднем половины обследуемых лиц при упорном трении и рецидивов пародонтита 2-4 раза в год. Среднее значение индекса Шеннона 1,9 показывает умеренное видовое разнообразие кандид, и среднее значение индекса Симпсона 0,21 определяет низкий уровень доминирования кандид при хронических пародонтитах. Интересно, что титр кандид существенно не изменяется при утяжелении хронического пародонтита и составляет 3,5 логарифмов кои. Представлена фотография роста кандид на питательной среде в разных титрах. Что касается титра условно-патогенных микробов в пародонтальных карманах, он достигает 2,5 логарифмов кои при легкой и средней степени тяжести и всегда 1-2 порядка ниже титра условных патогенов с корней и спинки языка, 4-6 логарифмов кои. В тяжелом течении или реализации процесса титр условных патогенов выравнивается при выявлении с пародонтальных карманов и с поверхности корня языка за счет раскрытия пародонтального кармана и проникновения легкого микроорганизма. В среднем он имеет значение 6,4. Вот эта фотография ярко демонстрирует наличие порядкового, плотности, да, обсеменения корня языка, клипсила, пневмония 10/5 степени, крупные пышные колонии слизистые. И от этого же пациента посев на поверхности с пародонтального кармана. Титр клипсил составляет 10/3 степени, то есть разница на 2 порядка. Данная диаграмма также демонстрирует изменение титра микроорганизма в зависимости от степени пародонтита. Тем не менее, титр на поверхности языка всегда выше на 1-2 порядка. Что это представительство стрококков, кишечных палочек, синегнойных палочек, то при лечении хронического пародонтита их титр возрастает в 2 и более раз
из обоих биотопов, что же свидетельствует о роли наличия феномена симультанной вегетации. В мере утяжеления заболевания в большом количестве выявляются кишечные палочки, эшерихии коли, эклипсиелы, пневмония. При онтрансформации присоединяется синегнойная палочка. Высокий уровень связи между увеличением титра условных патогенов в биотопах и углублением продонтальных карманов демонстрирует индекс коэффициент корреляции Пирсона 0,7. Среднее значение видового альфа-разнообразия условных патогенов в группе тяжелых пародонтитов снижается аж 2,6. Деминирование видов уменьшается С 0,18. В чашке с питательной средой представлен рост золотистых стафилококков желтого цвета вокруг зоны лецитиназной активности и эпидермальных стафилококков, их колонии имеют розово-серый цвет. Особенностью региона Хабаровского края является ассоциация культур лептотрихи с пиогенными коками. Лептотрихи и стрептококки пиогена встречаются при хронических пародонтитах легкой степени в 7% случаев, средней степени 66% и тяжелой степени 72%. Однако доминирующими ассоциациями являются лептотрихи и стафилококки ауреус, которые встречаются при легкой степени в 25% случаев, средней степени 50% и при тяжелой степени снижается это представительство до 43%. Итак, полученные данные позволяют сделать вывод о составе микробиома корня и спинки языка как интегрального показателя микробиоциноза ПЗДК при хронических пародонтитах. Участие в патогенных неспецифических рецидивирующих заболеваний, ассоциации условных патогенных микроорганизмов могут свидетельствовать о разнообразии и полиэтиологическом характере хронического пародонтита, деленности этиологического фактора. По ним специалистами явления симультанной вегетации, вторичности этиологического фактора, развития оппортунистических инфекций, учитывая способность транслокации микробов, моделирование риска утяжеления течения и развития рецидива позволит проводить коррекцию лечения, повысить качество диагностики и неспецифической профилактики. Таким образом, состав условных патогенных микроорганизмов микробиома корня и спинки языка является интегральной ориентировочной моделью для диагностики состава пародонтального кармана. Оценка симультанной вегетации позволит совершенствовать лабораторную диагностику при хроническом пародонтите. Синергия факторов патогенности и ассоциации культур условно-патогенных микроорганизмов, выросших на искусственной питательной среде, является золотым стандартом микробиологии, имеет существенную релевантность и требует более глубокого изучения. В результате нашего исследования получено удостоверение, рационализаторские предложения и патент на изобретение, которое находится в свободном доступе, и он называется «Способ прогнозирования тяжести пародонтитов по составу условно-пародонтопатогенных микроорганизмов корня и спинки языка». Благодарим за внимание. Большое, Наталья Викторовна. Я думаю, что каждый стоматолог должен иметь представление о том, как влияет микрофлора патологических зубодихневых карманов на течение основных заболеваний. Поэтому, я думаю, каждый должен владеть определенными знаниями. И хочу предоставить слово Бекжиновой Ольге Есенне, и с автором выступает Зайтханов Аскар Анварович с докладом «Вероятность прогнозирования отдаленных воспалительных осложнений дентальной имплантации». Я хочу сказать, что Ольга Есенна уже очень сильный, так скажем, наш соратник, друг, да, член редакционного совета нашего дальневосточного медицинского журнала. Мы очень рады с ней проводить определенные совместные такие мероприятия, очень рады ее активности, поэтому предоставим вам слово.
Попускается у нас презентация. Я хочу меня еще раз... слышно? Да, да. Да, слышно, все хорошо. Все, да? Так надо подключить презентацию. Можно по-другому предоставить. А, все сделать. Я сердечно приветствую вас на 10-м нашем телемосте. И действительно состав стал такой доброй традицией. Я особенно приятно, что сегодня мы вышли в эфир на народный день. Это можно убрать фон, чтобы не фонило. Я на успешность имплантационной терапии, реставрации сопли на имплантации, не свободны от осложнений после установки. И это воспалительные переимплантитные поражения, осложнения, распространенность которых намного выше, чем принято нами считать. Иммунсистема непосредственно организма осуществляет имплантат, определяет имплантат, как инородное тело, и пытается его удалить. Если эти акции не купируются через несколько недель, то для развития обратимого хронического воспаления так называемый мукозит и воспалительного процесса, который поражает твердые и мягкие ткани вокруг имплантата, потерей опорной кости, так называемый переимплантит. Мы знаем такие постимплантационные осложнения, как интраоперационные, полиоперационные и отдаленные от 6 месяцев до 5 лет и больше. И первые три вида достаточно глубоко изучены, описаны, то в отношении именно отдаленных осложнений внутрикостной имплантации, мы, в общем, немного данных смогли обнаружить в существующей литературе. Мы полагаем, что этот факт можно объяснить тем, что челюстно-лицевые хирурги, стоматологи, ортопеды, через определенный достаточно длительный промежуток времени теряют связь с этим контингентом пациентов. Поэтому и целью сегодняшнего нашего исследования явилось повышение эффективности именно диагностики и терапии осложненных воспалительных осложнений дентальной имплантации. Мы осуществляли полное клиническое обследование пациентов за последние 5 лет. Была осуществлена операция по восстановлению зубного ряда при помощи имплантатов, учитывая число имплантатов с воспалительными осложнениями. Конечно же, мы определяли углы костной ткани, отек, гиперемию, имплантитные карманы, резорбцию кости. Хочу сказать в скорби, что при четвертой степени переимплантита, в общем-то, была достаточно большая вероятность того, что имплантат мог быть отторгнут или извлечен. При анализе анатомографического расположения имплантатов наибольшее их количество было зарегистрировано на премолярах и молярах. Большинство имплантатов с зубными осложнениями встречались практически все виды протезов. Частота соматической патологии, особенностей, простите, пожалуйста, особенностей зрения, конечно же, являются полагающим фактором для развития осложнений при
осложнения дентальной имплантации. Особенно такие сочетания, как хронические заболевания, сахарный диабет, и если курят до 20 сигарет в день и более. Развитие воспалительных осложнений дентальной имплантации по отношению к общему количеству имплантаций в последние 5 лет составили 3% пациентов, возобновивших зубную имплантацию при помощи имплантатов. 65% составили женщины. И максимальный отдельный вес пациентов с установленным диагнозом переимплантации приходился на возрастную группу 45-54 года и составили около 40%. На челюсти переимплантит возник около 70%. И увеличение срока после операции, конечно же, сопряжено с увеличением удельного веса, более тяжелых форм осложнений. Преобладали пациенты при этом с низкой гигиеной полости рта и удельный вес которых прогрессивно вырастал с нарастанием тяжести клинического течения переимплантита. При распространенности поражений пародонта у пациентов с воспалительными осложнениями летальной имплантации достоверно увеличивается степень тяжести. Конечно же, причины возникновения переимплантита сопряжены и с наличием специфических пародонтопатогенов в полости рта, как сейчас буквально перед моим докладом выступала Наталья Викторовна, и именно же эти специфические строи анаэробы, пародонтопатогены, она и озвучивала, если имеется пародонтит, невыраженный однозначно, мы отмечали и наблюдали мукозиты или переимплантиты. Также у нас установлена зависимость тяжести воспалительных осложнений в зависимости от числа имплантатов в зубном ряду, а именно пропорционально увеличивается с увеличением имплантатов в зубном ряду. Также вот еще раз я хочу сказать, что отдельно выделили вредную привычку и доказано отрицательное влияние вредной привычки курения на риски появления и тяжесть в течение осложнений дентальной имплантации, потому что, ну, я повторяюсь, что подавляющее количество пациентов с таким осложнением курили 20 сигарет в сутки и более. Ну, там, конечно же, было осуществлено полное клиническое обследование у врачей-интернистов. Мы собирали данные, устанавливали соматическую патологию, предпреморбидный фон, и максимальная частота переимплантита регистрируется у пациентов, которые, опять-таки, имели несколько хронических соматических заболеваний, и именно у этого контингента осложнения дентальной имплантации были достаточно высоки. Мы установили, определили, изучили и озвучили оценочные критерии тяжести воспалительных осложнений дентальной имплантации, возникших именно в отдаленный период. Здесь я указываю наиболее ярко выраженные, которые влияют на развитие осложнений. Это боль, кровоточивость, состояние переимплантитной зоны, отделяемые из переимплантатной зоны, глубина переимплантатных карманов и, конечно же, резорбция кости, окружающей имплантат. Для построения прогностической модели клинических показателей показатели были ранжированы по степени тяжести слоением их соответствующих кодов, которые оценивались в числовом выражении. Вот здесь указаны коды и показатели, также их выраженности по степеням тяжести. Нами был получен патент на полезную модель. При этом наиболее значимым или наилучшему значению соответствует 0, а наименьшему или наихудшему 3. Я хочу сказать, что вот в этих разработках, эти разработки мы вместе
профессор Шаковец Натальи Вячеславовны, заведующей кафедрой белорусского кафедры стоматологии детского возраста Белорусского государственного медицинского университета, и у нас есть совместные публикации в международных изданиях. Прогнозирование возможности развития осложнений дентальной имплантации была выбрана регрессионная модель данной логистической регрессии. Для этого мы используем метод Ульбаха. Мы разработали развитие воспалительных осложнений, дентальной имплантации, риск не возникает в практической стоматологии. Надо был проведен перспективный анализ, он показал, что 94% прогнозируемый риск возникновения осложнений подтверждается, 94% чувствительность, 94% специфичность. Таким образом, мы еще раз подтверждаем эффективность разработанной нами модели и возможность использования ее практической стоматологии, и здесь мы также получим патент на полезную модель, которую мы разрабатывали международной группой совместно с доктором медицинских наук, профессором Кабаевой Майрой Тритулевной, которая работает в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова, а также является председателем правления стоматологов Казахстана. Ну, здесь можно сказать, что мы можем дать рекомендации, а именно уже врачу-терапевту-стоматологу и врачу-пародонтологу. Это есть парадонтологическое обследование, купирование воспаления, устранение индивидуальных проблем, скорректировать общий план лечения и организовать однозначно диспансерное наблюдение и поддерживающее пародонтологическое лечение, которое должно состоять из гигиенической фазы, гигиена, оптимизация, гигиена, лечение. Фаза, когда должны оказывать обязательно терапевтическое влияние на объект, на воспалительную терапию и установка диагноза или переимплантации мукозит, или переимплантации. Комплекс уже известный. Мы включили аппликации мази тиатриазолина, который стимулирует регенераторные процессы, восстанавливает микроциркуляцию и регенерацию тканей, что весьма успешно подтвердили наши исследования. Также для регенерации или для усиления неспецифической резистентности полости рта мы рекомендуем местные противогрибковые препараты, а для укрепления эффекта лечения в домашних условиях можем рекомендовать защечные таблетки с хлоргексидином в низких концентрациях. Конечно же, для такого контингента, чтобы ранить имплантат, надимплантатную ортопедическую конструкцию, следует применять особые зубные пасты, которые не вызывают повышенной чувствительности, не повреждают зубы, дюсные элементы имплантата. Здесь мы весьма успешно использовали зубную пасту Блимо, которая основана исключительно на натуральных компонентах. В ходе терапии нам происходило купирование переимплантатного воспаления, снижалась кровоточивость, подвижность, менялась или даже совсем зачастую исчезала отделяемая из переимплантатного кармана, снижался налет на имплантате, снижалась отечность переимплантатной ткани. Ну, кариотерапия переимплантатного воспаления вот в нашей регулярной программе обслуживания имплантата в течение года приводила, вот как мы видим, к длительному сокращению длительности терапии. Значительно, почти в два раза снижались частоты рецидивов и обострений. В полтора раза и даже несколько больше уменьшалась тяжесть обострения и уменьшалась длительность терапии. На этом, уважаемые коллеги, я хочу пожелать вам больших успехов в диагностике и в лечении. Я подчеркиваю, объемных
воспалительных осложнений дентальной имплантации. Большое вам спасибо за внимание. Но к своему докладу я хочу еще добавить объявление для наших уважаемых коллег. У нас 10-11 марта в рамках Ташкентского государственного стоматологического университета проводится международная стоматологическая олимпиада, и для участия в ней я вас сердечно приглашаю, и на днях я вышлю вам приглашение. Еще один анонс. 12 мая в Узбекистане состоится очередной конгресс стоматологов, а 11 мая у нас будет соревнование на лучшую реставрацию зубов под исключительным названием «Мегамастер», который тоже проводится уже более десятка лет. Мои коллеги, спасибо вам за внимание. Ждем в Узбекистане. Спасибо, Гайсена. Очень рада была вас увидеть и услышать такое очень интересное сообщение. Поэтому я думаю, что все инициативные люди соберутся у вас в Узбекистане. И в свою очередь я по рекомендации нашего ректора тоже приглашаю всех, в том числе и участие в наших мероприятиях, и для публикации в нашем дальневосточном журнале. И следующее слово я хочу передать нашей дорогой Майе Тапилеовне, профессору Кабае, профессору кафедры терапевтической стоматологии Казанского национального медицинского университета. С авторами выступают Тулигинова Индира Маратовна, Арова Бахыта Эмирзаевна, Сагатбаева Анар Джамбулна. Это все кафедра терапевтической стоматологии. Доклад называется «Совершенствование методов эндодонтического лечения на основе изучения морфологии корневых каналов». Уважаемая Александра Анатольевна, мои коллеги, действительно становятся ориентированно из Узбекистана, Наличка Славна и Минска. Вот аудитория расширяется, и я хочу сказать, что сегодня день всемирных стоматологов, обычно профессиональные праздники люди отдыхают. Но стоматологи устроены немножко по-другому, и благодаря вашему энтузиазму у нас состоится сегодня этот день, деревянный, телемон. Поэтому я со своей стороны хочу тоже всех поздравить, прежде всего, здоровья, мира, тепла и борьбы наших пациентов, которые благодарны и живут им большую пользу, чтобы действительно их освещали светлой, здоровой, доброй улыбкой. А это позволит приступить именно непосредственно к теме нашего доклада. Это подготовлено у нас коллективом авторов совершенствования методов эндодонтического лечения на основе изучения морфологии корневых каналов. Уже я вас поздравила. И давайте приступим непосредственно к теме нашего доклада. Действительно, эндодонтическое лечение успешно именно, оно составляет актуальную проблему современной стоматологии. И, к сожалению, более 60% зубов после эндодонтического лечения нуждаются в увеличивании. И наши данные совместные, кстати, с коллегами, в частности, с профессором Бекшановой, и также это подтверждается данными иностранных авторов. Того, где-то около, естественно, это логично, в силу особенности строения, что больше процентов состоит на безуспешное лечение многокорневых зубов. Несколько причин некачественного лечения. Это и несоблюдение протокола зрения, недостаточная квалификация врачей стоматолога, слабая техническая оснащенность стоматологического кабинета. Но мы сегодня именно хотим остановиться на основе анатомии именно системы корневых каналов. И вернуться того, что приводит к успеху эндодонтического лечения. И сейчас мы говорим о том, что с внедрением предыдущей диагностики лечение имеет знание морфологии корневых каналов с помощью колосочевой компьютерной томографии. Создание важного эндодонтического доступа и, безусловно, эндодонтия, она является затратна, она должна быть хорошо оснащен кабинет,
и что приводит и способствует качественным инструментариям и дефектурной обработке кормового канала, сохранение его естественной конфигурации. И на этапе уже последний – это постэзотентическая реставрация пролеченного зуба. Более 70% каналов имеет неопробную форму, очевидную, овальную, плоскую, капризную, и в основном случае имеет форму латинской буквы С. Мы назовем все 6 каналов. Если посмотреть вот так на третий горизонтально, сразу видно, что у нас имеется искусственный, который отличается от всех на корнях зуба. Раз вот эти искусственные, то это говорит о том, что это создаются ниши, в которой остается органическая фаза именно горизонтального пространства, которая способствует росту и размножению микроорганизмов. Рабная пора, она остается в 30-60% случаев, что служит потенциально вообще источником текстилизирующей инфекции. Все органы чаще встречаются в нижних малярах. И вот говорит о популяции, примерно у 10-10% солдатов, около 20% ливанцев, около 30% это 30% китайцев и почти у половины корейской популяции. Вот как раз это вот говорит о том, когда у нас возникают такие осложнения после проведенного эзотерического лечения. На такой сложной, многомерной структуры, которую достигает именно система каналов, когда имеется основной канал, дополнительные каналы, дальние осветления, все это, конечно, способствует тому, что у нас создаются резервуары, которые древние, чаще всего анаэробные микрофлоры. И здесь вот мы говорим о том, что сейчас наблюдается вот именно наличие дополнительных каналов и несколько такой отличное от классического строения, морфология системы каналов в арабской популяции. Если мы по нашего Казахстана, у нас сейчас, конечно, на то, что проживает более 100 национальных детей, около 50% это представляют представители именно азиатской популяции. Это не только казахи, это у нас корейцы, это у нас уйгуры, узбеки, дунганы и так далее. И на то, что вот еще, почему мы говорим о этой диагностике, исследовать рейтов и других авторов говорят, компьютерная томография в 100% случаев выявляет именно поражение аппетита. То, что на обычном рутинном приеме применяют серотазу диаграмму, то выявление каких-либо изменений в области аппетита составляет всего лишь 28%. Следует сказать, что в мире проведена полусолучевая компьютерная томография дополнительный, вот именно канал, для определения маляра 49 популяций. У нас была большая честь, когда нам обратился именно представитель университета, где он верхал в земле университета, такой университет, и мы вошли в международные научные исследования, которые имели участие более 15 стран. Это помимо нашей страны, Турция, Бразилия, Австрия, США, Египет, Малайзия, Ливан, Индия, Эмират и так далее. То есть целью у нас явилось именно при работе в этом проекте распространенность Middle-Nasal Canal у первого маляра нижней челюсти, распространенность Rapid Entomolary у первого маляра нижнего и распространенность канала дистализуалов, опять же, у этого зуба. Вот если коснуться, например, Entomolary, это как аппендикс, как, допустим, в дементации, но это оказывается, что наши популяции тоже имеются такие изменения. Это утверждающий документ, что мы сейчас работаем в этом проекте. Очень большую как раз работу провела именно соавтор, создатель данного доклада. Это Евгеновая Императорна, и у нас еще, конечно, мы можем сейчас проводить исследования в этом направлении. И целью исследований являлось выявить и проанализировать частоту полученных каналов у первого маляра нижней челюсти. Вот именно вот эти вот у нас три объекта, которые нас интересовали, это проводилось впервые, представляет большой научный и практический интерес.
зубы, которые подвергались энергетическому лечению, естественно, там могут быть нарушения исходной морфологии. Сегодня анализ 500 зубов, МКЛТ, каждый сабитальный след получил 1 мм. И я нала теряю путем линейного измерения полученного света на имеющего и высшего света на всем протяжении канала. Я родилась на аппарате Ферона Ортовкос X-403 при программном таком обеспечении. Так получилось, что когда мы проводили анализ, вот у нас соотношение было примерно одинаково мужчин и женщин. И эта лучевая компьютерная томография вот именно нам показала вот так выглядит в канале визуально во всей проекции, это наши данные. Это опять на другом углу канале визуально выявлены. Канал первого маляра нижней челюсти, это радостная маляра, о котором я говорила, он уже отличался, чуть позже я озвучу цифры, какие мы получили. Вот так ярко выражен, да, у нас радостная маляра. То есть он, о чем классической, допустим, при изучении классической фотографии и данных, мы, кстати, на это не обращали внимания, и учебников этого нет. И как раз наглядно на правом верхнем дискуссии, посмотрите, какой у них звук, в котором выражены все каналы, когда у нас имеется дисталинговый и средний диаметр какой-то канал, и, скажем, вот такие казуистические случаи могут практики врача эндодонтиста. Дополнительно, первая маляра нижней вот здесь, например, звук имеется дистализуально и не то вместе с каналами. Средний канал, обратите внимание, как он выражен, как мы ищем иногда медиальную форму звания канала, но оказывается, отвечает еще третий между двумя родителями медиальной обличием и идеально щечным сканированным каналом. И когда мы видим распределение пациентов в зависимости от наличия дополнительного канала, в зависимости от возраста, то соответствии сбобов градации, потому у нас оказалось, что очень много было и женщин, и мужчин в возрасте от 18 до 44 лет. То есть трудоспособное деление и по градации относится к лицам малого возраста. И естественно, я сейчас нашла на то, в практическом таком выражении, что мы должны будем обращать внимание на эту поговорку пациента, поскольку еще для подъяснить качество их жизни, чтобы оно действительно было на должном уровне применения современных технологий эндодонтическое лечение. И вот мы получили данные, у нас оказалось, что почти 25% наших обследованных в городе Алматы обнаруживался канал дистализуальный. Почти радиус этой маляры был 68 человек, и это составило 13%, и медиальный канал был у каждого 10%. И сказать, бывает так, что у нас, о чем прелюдия того, что мы провели исследование, что основная причина неэффективного эндодонтического лечения – неполное устранение корневой инфекциональной инфекции. Более 90% после инфекционных осложнений связано с ошибками на этапе препарирования и очистки корневых каналов. Мы знаем, что будет настроиться у нас на гитар, инструментальная волна, инфекционная и аппаратная системы корневых каналов. И вот, конечно, мы не можем сказать, что диагноз, который имеется на стенках корневого канала, теория она составляет пару 2 микрометра, проникает в бензинные каналы. Если рассмотреть просто спектр микроорганизма, то в данной литературе там встречается где-то цветокок снег, кривотела бурсы, но я хочу обратить внимание на наличие кишечной палочки. Это энтерококк специально. Для того, чтобы нам и понимать, что диагнозка, она очень плотно спаяна, для того, чтобы ее удалить, она обладает какой-то необъединенной свойствами, особенно в этих узких, как правило, конверных каналах, мы сейчас обратили внимание на инструменты, которые обладают своими высокоадаптивными свойствами при работе с корневых каналов. То есть температура тела способствует тому, что эти инструменты генетически важны, они начинают хорошо прилегать, адаптируются к форме. Такая вот очень технология из инженерии, это Мартынский Аустинит. Именно получается то, что у нас фаза термической обработки инструмента,
народ, что у нас они обладают высокой гибкостью, большой устойчивостью к поломке, упругостью, у них хорошая фиксирующая способность и устойчивость к скручиванию. И замечательно то, когда мы используем именно эти инструменты, делаем открытые работы, как я сразу сказала, на истории движения, это ротационное, рефлексное и комплексное. Все у нас получается более эффективное ударение и крупные диапазонки со стены тройного канала. Теперь такой момент, о котором мы говорили, стал идти образно, это ирригация. Вот здесь тоже надо сказать о том, при работе таких каналов, что традиционный метод ирригации с помощью шприца и догоняющих соединений, они обеспечивают удовлетворительную обработку коронавирусной среды сети тройного канала. А вот проблема именно возникает в области аспекта. Ну что же нам надо было предпринять. Для работы таких каналов мы рекомендуем именно комки и грудья 20 волч, потому чем цифра обычно, тем у нас получается она тоньше. Те, что мы обычно чаще мы используем в своей повседневной практике, это бывает 30 размер, SGA. А когда у нас тонкая игла, мы можем использовать канал, более продлить максимально качество, там, где у нас имеется продукт, и тем самым эффективно способствовать ускорению микробной диагнозы с помощью именно и раствора, и инструмента. И как говорим о вирригаторах, которые используют, есть определенные требования. Первое – это, конечно, способность от микротической ткани, способен активировать бактериальные либо фунтовые сахарицы и возможность удалять мазовый слой. Задатным задумкой является гипохлорид натрия, но он не удаляет мазовый. Окружающим зрителям и не зависим с некоторыми веществами. И мы знаем, что когда мы проводим протокол регуляции, после обработки раствора гипохлорида натрия, мы потом впоследствии, чтобы не возникло детификации, промываем дистиллированной водой. И надо сказать, что поскольку такая флора многообразная, нет идеального антисептика до сих пор для того, чтобы мы использовали и сказали, только антисептик хороший для обработки такого канала. Мы должны именно уметь чередовать. И еще привлекло наше внимание, это гиалуроновая кислота, 40% раствор, хилатный, агентом который является цитратный гиалуроновый, он очищает именно от остатка гидроксилации, если ранее было применено реклонирование системы корневого канала. Кроме того, полностью удаляет мазный слой, эффективно разрушает диагностику, уместно лесим, не уважает окружающей ткани, наши гидроксилации. При сочетании у нас идет меньше охлаждения. Еще один аспект, о котором хочется сказать, что это современные концепции медицинского лечения стала тщательной схемой хронической обработки корневых каналов. То есть у нас мы используем грамотно, адекватно, смотря на каком этапе наши ирриганты, стараются звуковой обработкой. Когда у нас химомеханическая интенсивная обработка корневых каналов, возникают кавитационные такие эффекты, схлопывание, микростриминг, из-за чего именно глубоко внедрённые у нас имеются, допустим, те же самые остатки бензина, другие компоненты смазанного слоя, выходит на свет корневого канала, у нас возникают циркулированные потоки жидкости, и тогда у нас, конечно, снижается микробная активированность проблемных корневых каналов. Не нужно рассказывать на лучшем стадии методического лечения, и мы получаем в соответствии с этим хорошие результаты. Вот можно посмотреть именно, какие у нас есть рентгенографии, и в тех случаях, когда у нас есть дополнительные каналы, средненькие каналы, например, имеют именно хорошие такие результаты. Сейчас мы работаем вместе с Индирой Маратовой очень активно. У нас там новые ирриганты, которые дополнят протокол ирригации системы корневых каналов, можно это будет отечественный препарат или странный фрунзе, который зарегистрирован на территории Казахстана. Мы вот сейчас проводим серию микробиологических исследований и думаю, впоследствии у нас будет возможность ознакомить вас именно научными результатами. И поэтому следует сказать, что частота дополнительных каналов с 1 мая снижили через Казахстана достигает 49%, это почти у половины. Это, естественно, нацеливает на
на то, чтобы мы сейчас разработали методические рекомендации для практического применения, для врачей, чтобы они с каким-то консультантом работали, чтобы не было осложнений, тем более благостно, как стали у нас отношения частной и государственной стоматологии составляют 80%, где-то вот так, 85% примерно, потому что приобретением независимости, более 30 лет, мы уже у нас идет приватизация, осуществилась в таком маркете, и у нас очень много частной стоматологии, это, естественно, хорошая оснащенность, у нас очень много докторов, которые работают не хуже наших западных коллег. И поэтому необходимо проведение диагностической консультации, получилось компьютерной томографии, эндодонтическим вмешательством, и мы считаем, что настало время, когда рекомендуется расширение протокола эндодонтического лечения зуба с дополнительными каналами. Я хотела еще раз поблагодарить всех присутствующих, лично Александру Анатольевну, за возможность выступить перед комиссией аудитории, поделиться нашими научными разработками и пожелать плодотворной работы дальнейшей нашей вот такой традиционной конференции, которую мы называем «Черемош». Спасибо за внимание. Спасибо, Майра Татулевна. Очень интересный доклад, а самое главное, такой международный уровень, который, я думаю, заинтересовал всех присутствующих. Спасибо вам огромное, всем нашим коллегам, и счастья, и здоровья, и самое главное, повышение профессионального роста. И следующий доклад Ахрома Ликита Шкатовны, доцента кафедры детской стоматологии. Научным руководителем и соавтором выступает Резаев Джасур Алимджанович, ректор Самаркандского государственного университета. Доклад очень интересный, очень актуальный, называется «Показатели мукоза ассоциированной лимфоидной ткани полости рта при COVID-19». Алина Анатольевна, да, ну, пожалуйста, меня коллеги... слышно? Да, и слышно и видно, Малика Шавкатовна. Слышно? Прекрасно. Дайте, я не смогу грузить презентацию, дайте организацию. Казахские друзья должны выйти тогда. А, все. Да. Все. Ага, да, да, получится сейчас. А, Малика Шавкатовна, там следующий лектор просит чуть-чуть, буквально на несколько минут сократить, чтобы она успела на лекцию. Поэтому чуть-чуть, можно? Спасибо большое. Да, можно. Видно класс? Он прекрасный, хорошо видно. Спасибо. Видно. Ага. Уважаемые участники конференции, разрешите представить вашему вниманию на показатели мукозоассоциированной лимфоидной ткани полости рта при COVID-19. Является наиболее актуальной социально-экономической проблемой общественного здравоохранения, приобретавшей масштаб пандемии с декабря месяца 2019 года. Более 10 мутаций шиповонки с постоянным повышением трансмиссивности. Проникновение вируса через рецепторы ангиотензин, превращающий фермент 2, который высоко экспрессируется в оголевших поверхности эпителиальных клеток слизистой оболочки полости рта, особенно в дорсальной части языка, голосовых связках, слюнных железах и пазухах. Иммунный и провоспалительный ответ слизистой оболочки полости рта с высвобождением большой концентрации иммуноглобулина А и ряд цитокинов. Нередкое асимптомное течение. Исследование, прогнозирование клинического течения заболевания слизистой оболочки полости рта на основании изучения особенностей иммунного статуса полости рта пациентов с COVID-19 в зависимости от степени тяжести заболевания. Наше клиническое проявление поражения слизистой оболочки полости рта при COVID-19 выявить особенности мукального иммунитета и
продукции основных ПРО и правоспалительных цитокинов, также разработать алгоритм прогнозирования клинического течения заболевания слизистой оболочки полости рта у пациентов с COVID-19. Объем правил 105 пациентов, находившихся в распределительном центре инфекционной больницы Самаркандской области. Средний с момента госпитализации составил 41,6. Также был создан контрольная группа, составляющая из 100 человека. Всем да. Общеклинические, лабораторные, биологические, иммунологические. Занятие представлял собой перекрестные исследования на основе анкетного опроса. Установлены изменения слизистой оболочки ротовой полости у 91%. Слизистой оболочки языка у 90%, цвет которой варьировался от белого до коричневого цвета. Также пигментация в области прикрепления десны к верхней и нижней челюсти встречались у 45%, тогда как у 5% пигментация наблюдалась в области твердого неба. Кроме того, наиболее частым проявлением был выраженный ангулярный хилит, заключающийся в воспалении уголков рта, характеризующийся образованием трещин, почек и покраснением данной области рта у 26%. Был хилит выявлен у 15%, тогда у 15% был определен языка. Пациент 3 года, на слизистой оболочке щеки, слива язвы, покрыты фибринозным налетом. Пациент 51 год, беременна, слизистой оболочки задней стенки глотки. Изменение состояния пульсита в зависимости от степени тяжести COVID-19 у 84 пациентов была установлена тяжелая степень тяжести. COVID-19, легкая степень у 21 пациента. Анализ первичной конечной точки, тяжелая форма COVID-19 демонстрирует статистически значимую связь с плохим состоянием полости рта. Соответственно, у пациента с хорошим состоянием полости рта была определена значительно низкая частота возникновения тяжелой формы заболевания COVID-19. Анализ групп по тяжести в течение COVID-19 показали, что у больных с хорошими удовлетворителями и плохим состоянием полости рта протекало легкое течение 79-17,3% случаев в первой неделе наблюдения. Соответственно, у больных с хорошими удовлетворителями и плохим состоянием полости рта протекало тяжелое течение 9-25-65% случаев в первой неделе наблюдения, соответственно. Во второй неделе наблюдения в группе пациентов, у которых было плохое состояние здоровья полости рта, значительно ухудшилось в 73% случаев, чем у пациентов с хорошим состоянием ротовой полости. На 4 и 6 неделе клинического наблюдения встречалось значительно чаще у пациентов COVID-19 с плохим состоянием полости рта по сравнению с пациентом с хорошим состоянием ротовой полости. Период выздоровления значительно чаще наблюдалось у COVID-19 пациентов с хорошим состоянием полости рта по сравнению с плохим состоянием ротовой полости. Что установлено? Апелляционная связь между состоянием ротовой полости и периодом клинического выздоровления заболевших COVID-19. Частота доклинического восстановления в 6 неделе клинического наблюдения была значительно выше у группы тяжелых пациентов с COVID-19 в сравнении с группой пациентов с легким течением. Клиническое восстановление на 2 неделе наблюдения все чаще наблюдался у группы 19 пациентов с легким течением по сравнению с группой с тяжелым течением. Частота повторения С-реактивного белка значительно встречалась у 60% пациентов с тяжелым клиническим течением,
COVID-19, когда более низкое значение сероактивного белка значительно наблюдалось при легком течении. Результатом бактериологических исследований растения над микрофлорой из ротовой полости профиль микрофлоры у пациентов с COVID-19 статистически значимо изменился по сравнению с контрольной группой. В частности, относительная численность видов бактерий Streptococcus, Velalacia, Lactobacillus ферментатум была определена у пациентов с COVID-19 по сравнению с контрольной группой. Полость микрофлоры полости по видам разнообразия была увеличена у пациентов с COVID-19 по сравнению с контрольной группой. Здесь ранее вызывает то, что легкое клиническое течение COVID-19 выявлено у 21 человека, у которых определен статистически значимый высокий титр секретор иммуноглобулина А, что свидетельствует о противоположной корреляции между концентрацией иммуноглобулина А в слюне и частью клинического течения данного заболевания. Пациент 1 год, мужчина с инфекцией COVID-19, очаги поражения напоминали критический рецидивирующий стоматит, множественные язвы оранжевого цвета с эритемозным ореолом и симметричным распределением на правом твердом небе больного. Было назначено галактовир по 500 мг каждые 8 часов в течение 10 дней, а также местные антисептики с хлоргексидином и гиалуроновой кислотой. Через день произошло полное восстановление очагов поражения. Пациент 54 года, мужчина с гипертонией, сообщил о боли в небе, множественные точечные желтоватые язвы с эритемозным ореолом на левом твердом небе больного. Очаги поражения были болезненными и устранялись в течение 1 недели с помощью местного антисептического ополаскивателя для полости рта. Клинического опросника, иммунологического анализа, микробиологического и лабораторного анализа, используемые в нашем исследовании, создан надежный диагностический алгоритм для оценки изменения ротовой полости пациента и прогнозирования тяжести течения COVID-19 и период выздоровления. Под неудовлетворительным состоянием полости рта значения секреторной иммуноглобулина А были низкими, а уровень сероактивного белка высоким, заболевание протекало тяжело, а клиническое выздоровление наблюдалось в течение до 6 недель. У больных с хорошим состоянием ротовой полости значение секреторной иммуноглобулина А высокое, сероактивного белка низкое или нормальное, заболевание протекало легкой степени и клиническое здоровье наблюдался на 2 неделе. Полученные результаты обследования пациентов с COVID-19 обосновывает необходимость и целесообразность включения стоматологического осмотра у данной категории больных после их клинического выздоровления. Задача стоматолога вовремя диагностировать стоматологические проявления у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и поработать наиболее адаптированные алгоритмы их лечения в зависимости от клинического проявления полости рта. Также даже бессимптомно протекающий COVID-19 может оставить определенные неблагоприятные последствия в виде ослабленного иммунитета или склонность к аутоиммунным процессам, в том числе и в полости рта. Спасибо за внимание. Огромное Малика Шавкатовна, очень интересный доклад, а самое главное актуальный. И мы все через это прошли, независимо от стран, и все остаемся как стоматологи с такими осложнениями, с такими поражениями слизистой оболочки полости рта. Поэтому спасибо огромное, очень интересный доклад. Я знаю, что это ваша кандидатская диссертация была посвящена такой актуальной работе. Большое спасибо. Извиняюсь, что немножко вас поторопила, потому что вот Винникова Елена Ивановна просила очень. Спасибо большое. Ну и в процессе обсуждения потом, я думаю, что, может быть, будут какие-то вопросы, потому что тема очень
интересное. Спасибо большое. И следующее слово я предоставляю Мельниковой Елене Ивановне, доценту кафедры стоматологии детского возраста Белорусского государственного медицинского университета с докладом «Их постоянного зуба». Антон, у нас не нажимается кнопочка «Поделиться». Уже вы есть. Нажимаю. А? Секундочку. А, ждем. Да, чего? Что кафедра детской стоматологии детского возраста, самая первая кафедра, с которой мы начали проводить телемосты, очень рада всех видеть. Раз, Елена Ивановна, вам слово. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. В сегодняшний такой праздничный день хотелось бы предоставить вашему вниманию доклад, посвященный очень актуальной теме в детской стоматологии – это вывих постоянного зуба. При вывихе зуба – это патологическое перемещение зуба в альвеоле, при котором происходит повреждение как тканей периодонта, так и сосудисто-нервного пучка. Согласно международной классификации болезней, в вывихе зуба выделяют такие подрубрики, как люксация зуба, интрузия либо экструзия и вывих зуба или экстрартикуляция. Говоря о частоте встречаемости вывиха постоянного зуба у детей, она варьирует от 18 до почти 40% структур острой травмы, а в структуре вывиха зуба преобладает экструзия, это около 60%, треть составляет интрузия, и на долю экзартикуляции приходится, по данным различных авторов, от полу до 16%. Оказание помощи детям с вывихом постоянного зуба осуществляется согласно рекомендациям Международной ассоциации дентальной травмы. И этой патологии отведена две части. Это в первой части изложен алгоритм оказания помощи, и во второй части, которая полностью посвящена полному вывиху постоянного зуба. При использовании этих рекомендаций авторы настоятельно рекомендуют учитывать конкретный клинический случай. Также необходимо обращать внимание и учитывать на особенности пациента, особенно уровень его взаимодействия кооперации с врачом. Необходимо понимание для врача и для пациента долгосрочного прогноза всех вариантов лечения, а также того исхода, который может ожидать и пациента, и врача при отсутствии лечения. И важным является финансовая составляющая при оказании помощи. Также в международных рекомендациях ассоциации по дентальной травме настойчиво акцентируется внимание на тот момент, что регенерация тканей после травмы во многом зависит от гигиены. Необходимо рекомендовать пациентам использовать для гигиены полости рта мягкую зубную щетку и аплицировать на пораженный участок 1% раствор хлоргексидина дважды в день. Также рекомендуется мягкая диета. Необходимо разъяснить родителям или опекунам о возможности дополнительной травмы в период реабилитации. И также обращается внимание на то, что врачу необходимо зарегистрировать в медицинской документации все разъяснения, которые предоставлены родителям либо опекунам о возможных последствиях при травме постоянного зуба, особенно в случаях при вывихе зуба, а также при повреждении альвеолярной кости. Международная ассоциация дентальной травмы разработан и распространен, переведен на многие языки мира плакат «Сохранить зуб», который является хорошим методическим пособием как для пациента, и так для врачей при острой травме зуба. Также ассоциация разработала бесплатное приложение для бедных
телефонов, которые тоже могут быть хорошим источником информации для пациента и для врачей. Целью логической помощи детям с вывихом постоянного зуба является обеспечение физиологического формирования зубочелюстной системы. Вывихи происходит полное либо частичное погружение зуба в губчатое вещество костной ткани челюсти. При этом может происходить частичный либо полный разрыв периодонтальных волокон и может нарушаться кортикальная пластинка зуба. В практику при оказании помощи детям с такой видом травмы здесь могут быть два варианта. Либо в ожидании самостоятельного повторного прорезывания, либо ранняя ортодонтическая репозиция при значительном снижении зуба, либо при отсутствии в ранние сроки, где-то неделя-два, но до месяца, признаков самостоятельного повторного прорезывания. И позволю вам представить клинический случай. Ребенку 7 лет, обратился с жалобами на травму зуба 2-1. Зуб был погружен в костную ткань альвеолярного отростка челюсти. Здесь была комбинированная травма, еще был не перелом коронки зуба без повреждения пульпы. И на рентгенограмме, которая представлена справа, проведенная через месяц, вы видите, насколько через месяц произошло самостоятельное прорезывание коронки зуба. При любом виде травмы, а при вывихе особенно, диагностика состояния пульпы. Также в международных рекомендациях изложены три классические признака некроза пульпы: изменение цвета зуба, отрицательная проба на холод и наличие периапикальных изменений. В этой клинической ситуации также происходило мониторирование жизнеспособности пульпы. И спустя 4 месяца после травмы был цвет зуба не менялся, не было, как видно по инограмме, периапикальных изменений, но была сомнительная проба на холод. Однако необходимо помнить о том, что пульпа зуба с незаконченным формированием корня имеет очень большие репаративные возможности. И одного только признака нежизнеспособности пульпы может подтверждать развитие некроза. И спустя 5 месяцев диагноз некроз пульпы в этом зубе был подтвержден, поскольку ребенок уже проявлял жалобы на постоянную боль в области зуба 2-1. Нами было принято решение о проведении эндодонтического лечения и были попытки проведения метода апексификации и формирования твердотканного барьера за счет тканей периапикальных тканей. Как мы запомним, кальциосодержащей пастой, рассасывающейся. Однако через 11 месяцев, спустя 6 месяцев от начала лечения проведения метода апексификации, клинического и рентгенологического эффекта достичь было невозможно, и был создан искусственный апекальный барьер из минерального триоксид-агрегата. И результат этого лечения представлен на рентгенограммах. Через 2 года жалоб не предъявлял. На рентгенограмме было отмечено закрытие верхушки корня зуба и отсутствие периапикальных изменений, что оценивалось как положительный исход на лечение. Повреждение – это вертикуляция, при которой при помощи при этом состоянии необходимо вернуть зуб, то есть провести экстракцию в течение 2 недель и по показаниям проводится эндодонтическое лечение. Необходимо помнить, что реплантация постоянного зуба является временной мерой, которая имеет большое психологическое значение, поскольку возможно быстро устранить дефект и, естественно, смягчить эмоциональный стресс, который получает и ребенок, и родители. Целью реплантации является восстановление хотя бы временно эстетики и функции, а также эта манипуляция позволяет сохранить контур, ширину и высоту альвеолярного отростка.
в международных в рекомендациях Международной ассоциации дентальной травмы делается акцент на то, что решение о реплантации постоянного зуба у детей почти всегда является правильным, даже если время пребывания этого зуба в сухо вне полости рта составляет более 60 минут. Поскольку особенно с несформированным корнем обладают значительной способностью к восстановлению, к заживлению и регенерации. Следующий важный этап в оказании помощи при такой травме – это иммобилизация. Рекомендуется иммобилизацию проводить в течение 2 недель, и шина желательно, чтобы была пассивной. В качестве такой шины можно использовать либо проволоку небольшого диаметра, либо нейлоновую леску. И позвольте представить еще один клинический случай – экзортикуляцию зубов 1-2-1-1. Зубы были в корни их были сформированы, было девочке 11 лет. Наше наблюдение составило 7 лет. И реплантация зубов и шинирование было осуществлено по месту жительства. А на кафедре стоматологии детского возраста девочка с родителями обратилась с жалобами на боль в имплантированных зубах. Нам было диагностировано, что шина находилась в полости в течение 2 месяца. И было выявлено признаки воспалительной резорбции. Была снята шина, проведено эндодонтическое лечение с временным заполнением корневых каналов этих зубов кальций-содержащими пастами, рассасывающимися, и впоследствии обтурация корневых каналов материалом на основе минерального триоксида агрегата триоксидент. И вот на рентгенограмме вы видите состояние спустя 4 месяца после травмы. Через 6 месяцев клиническое выявлено благополучие, и на рентгенограмме не выявлено патологических изменений. Через 2 года при благополучном клиническом течении отсутствие жалоб, отсутствие изменения со стороны цвета камня зуба, нами зарегистрировано начало заместительной резорбции корня. Наше наблюдение, вот 7-летнее наблюдение, позволило отметить, что при клиническом благополучии рентгенологически заместительная резорбция корня прогрессировала. Однако на момент последнего осмотра этой девочке уже было 19 лет, ее родители полностью устраивала та клиническая ситуация, которая была. Полости рта были устойчивы, а на рентгенограмме было практически не резорбированное, но при этом сохранилась структура альвеолярного отростка и его высота. То есть полученный результат он аналогичен тому, что мы могли бы достигнуть, проведя декоронацию. И еще один клинический пример. Здесь была экзортикуляция зуба 1-1, зубов с несформированным корнем ребенку 8 лет. Важно помнить, что при реплантации таких зубов очень большая возможность реваскуляризации пульпы. Срок проведения реплантации в срок до 2 часов после травмы не требует проведения первичного эндодонтического лечения. Если реплантация была более 2 часов, то необходимо корневой канал после реплантации и шинирования заполнить препаратами на основе гидролокса кальция. В данном слайде видны состояния сразу после реплантации. Через неделю было то клиническое благополучие. Ребенок получил вместе с мамой все рекомендации по уходу. Однако уход за полостью рта осуществлялся не совсем на должном уровне. Через 1 месяц была снята шина, и по десневому краю видно, что на зубах очень часто находилось большое количество мягкого зубного налета. И через 3 месяца уже ребенок не предъявлял, зуб был устойчивый. На рентгенограмме патологических изменений выявлено не было. Через год и через 2 так проводилось клиническое рентгенологическое наблюдение, проводился мониторинг состояния жизнеспособности пульпы, и несмотря на то, что зуб
корень зуба приостановил свое формирование, зуба и реагировал на термические раздражители. Следуя наблюдению в связи с эпидемиологической обстановкой, произошло у нас через 4 года. Этому ребенку уже было 12 лет. Здесь видно, что значительно была улучшена гигиена полости рта. Жалоб ребенок не предъявлял. Цвет зуба был не изменен. Однако проба на холод была отрицательной. На виногране нами было выявлено начало длительной резорции корня зуба. Однако на рентгенограмме вот справа видно даже, что сохраняется еще периодонтальная щель и кортикальная пластинка лунки. Патологических изменений рентгенологически не выявлено. И это нами расценивается, в общем-то, как положительный результат, который позволил сохранить и высоту алеолярного отростка, и структуру костной ткани. Таким образом, острая травма зубов у детей требует безотлагательного вмешательства со стороны врача-стоматолога, а регенеративные возможности детского организма в целом позволяют нам достичь положительных результатов. Спасибо за внимание. Большое, Елена Ивановна, очень классический, клинический, хороший доклад, который поможет очень многим нашим практическим докторам, которые сейчас на связи. Какие-то вопросы свои. Спасибо огромное, бесценный клинический опыт. И еще один доклад. Эффективность ортодонтического лечения с помощью несъемного аппарата Марка Росса у детей. Тачик Чуракова Юлия Александровна, соискатель кафедры стоматологии детского возраста, врач-ортодонт, главный врач стоматологической клиники Лисаклиник. Ну и соавтор выступаю я тоже, Антонова Александра Анатольевна. Все загрузилось, поэтому можете говорить. Я слышно, Александра Анатольевна? Не очень хорошо слышно, Юлия Александровна. Микрофон поднесите. Плохо. Для технических моментов, Юлия Александровна, может быть, еще раз перезагрузитесь или как-то включите. Пока работает звук. Сейчас на маску. Давно плохо? Вера Александровна, ничего не слышно. Давайте пока вы еще раз попробуем. А сейчас, Александра Анатольевна. Вот сейчас все хорошо. Все хорошо, прекрасно. Уважаемые коллеги, я вас всех поздравляю с Днем стоматолога. Желаю получить удовольствие от каждого рабочего дня. И позвольте представить мне сегодня нашу работу от эффективности ортодонтического лечения с помощью несъемного аппарата Марка Росса.
мнению отечественных и зарубежных исследователей, лечение аномалий желчной системы, значит, третье по распространенности места в структуре стоматологической заболеваемости детей и подростков, представляет значительный научный и практический интерес. В начальных этапах нарушения прикуса у детей используются различные аппараты, которые помогают желчной системе развиваться правильно. Именно вот период смены прикуса – это период активного роста лицевого скелета и может не допустить развития нарушений прикуса. Прикуса в детском возрасте тем связано с дыхательной функцией проходимости носовых пор, типом дыхания. На тип дыхания большое влияние оказывает наличие у ребенка лор-патологии. И мы в результате зачерпывания всегда задаем вопрос родителям, как ребенок дышит, нос или фон. Аденоидные вегетации являются самой частой причиной нарушения функции дыхания у детей малого школьного возраста и встречаются у 30%, а очень часто болеющих детей в 70% случаев. Усовершенствование технологии аденоидического лечения у детей в сменном прикусе, частота обращаемости пациентов с патологиями лор органов, зубочелюстными аномалиями и миофункциональными нарушениями имеет высокую актуальность, так как на сегодняшний день отношение родителей к внешнему виду и успешности детей постоянно повышается. Ведь описаны вопросы аденоидического лечения детей, страдающих сужением зубных рядов, скученным положением зубов, сужением нижнего носового хода и сформированным наклоном гипертрофии аденоидов. Исследование. Изучение эффективности аденоидического лечения с помощью съемного аппарата Марка Росса на основе внедрения корректирующих лечебно-профилактических мероприятий. Задача нашего исследования – выявить виды зубочелюстных аномалий, у детей с узким носовым ходом, гипертрофии ноздрей, оценить взаимосвязь изменения ширины носового хода в процессе аденоидического лечения на съемных и несъемных аппаратах, сравнить эффективность применения Марка Росса, нового аппарата, в реабилитации аденоидических пациентов, с результатами аналогичного лечения на съемных аппаратах пластичного типа. Сад, Линии, город Находка, Приморский край, проведено исследование 110 пациентов в возрасте от 5 до 9 лет. И первая группа – это была контрольная группа без патологии зубочелюстной системы и лор-органов. Вторая группа – это дети с патологией зубочелюстной системы с аденоидами. Больше мы брали аденоиды второй степени, находящиеся на аденоидическом лечении с помощью съемных пластиночных аппаратов. И вся группа – это пациенты с патологией зубочелюстной системы с гипертрофией аденоидов, находящиеся на аденоидическом лечении с помощью несъемной аппаратуры, с помощью аппарата Марка Росса. Осмотр. Первое, мы проводили стоматологический осмотр с определением основных функций, осмотр полости рта по всем стандартным методикам, обязательно фотопротокол, фотометрический анализ лица и фото полости рта. Изучали мы контрольно-диагностические модели по методике Пона. Также каждого пациента мы консультировали оториноларинголог. В нашей клинике есть лор-кабинет с новейшим современным оборудованием, вот на фото, лор-комбайн, эндоскопическая стойка с риноларингофлебоскопом. И каждому ребеночку назначалось современное лечение хронического аденоидита, это ингаляционное лечение с помощью небулайзера, антибиотикотерапии, а кому-то назначалась системная антибиотикотерапия, промывание раствором мироместина и раствором попрохи. Значит, каждому пациенту мы делали назофарингоскопию с помощью риноларингофлебоскопа Пентекс. Очень хороший эндоскоп японского производителя именно для детей. И также проводили статистические методы обработки полученных результатов, инфицирования на основе русскоязычной версии опросника, оценка качества жизни пациентов и использование наших аппаратов. Начиная опросник, он содержал в себе 4 направления. Это функциональные, содержали функциональные вопросы, нарушалась ли речь во время аденоидического лечения, возникали проблемы с жеванием пищи, физиологические, изменялся ли внешний вид, улучшалась или ухудшалась самооценка, и также возникала ли боль, дискомфорт,
при органическом лечении. Расскажу про методику применения аппарата Маркороса. Значит, мы в третьей группе устанавливали на этот аппарат на молочные пятерки 55-65 и на молочные клыки 53-63 зубы. Устанавливаем мы всегда винт Хайлер, он у себя зарекомендовал в практике. Этот винт не скручивается. Всем пациентам мы назначаем стандартный протокол активации в течение 14 дней после установки один оборот в день и далее один оборот через день в течение последующих 28 дней. При дальнейшем осмотре мы корректируем активацию, и если необходимо, мы добавляем еще 10 оборотов перед снятием аппарата. И цены 30 оборотов винта, что соответствует расширению на 7,5 мм. Маркорос остается в полости рта 8-10 месяцев, и после этого, после снятия которого мы проводили диагностику по расширениям по точкам клона. Съемные пластиночные аппараты. Второй групп исследований мы применяли несъемные. Фиксируются на кромерах, на тех зубах, которые способны выполнять опорную функцию. То есть могут быть задействованы и постоянные зубы, в том числе 16-26. От винта по схеме один оборот винта в неделю. И кровообращение составляет на данных аппаратах 10-12 месяцев. Ногтевая фаза дольше, так как расширение происходит намного медленнее 1 метр в месяц. Аппарат, поэтому он не настолько эффективен. Кстати, обследование было определено, что распространенность зубочелюстных аномалий составляет 100%. Ответственное положение зубов появляется у детей во второй и третьей группе. 200%. Интенсивность кариеса. Во всех группах исследования был определен индекс крупнейшего КП, подходящий до сменного кариеса. Мы видели, что средний показатель интенсивности кариеса среди исследуемых групп являл 6,28, что соответствует субкомпенсированной кариозного процесса. После санации полости рта пациенты были допущены к дальнейшему участию в исследовании. Распространенность кариозного процесса составила 85%. А вот результаты расширения верхней челюсти по методу Кона. В третьей группе на аппаратах Маркороса составило 4,9 мм. В второй группе на аппаратах съемных 1,8 мм. И в первой группе 0,4 мм. Это счет естественного роста и саморегуляции. Это мы говорим о здоровой группе, там, где нет аномалий. Как мы проводили назофарингоскопию, я уже сообщила, говорила с помощью МЕСПОА. И хочется рассказать о том, что расширение нижнего носового хода после снятия аппарата Маркороса достигало на 2,6 мм. Расширение нижнего носового хода с помощью съемных пластиночных аппаратов практически без изменений составляет 0,48 мм. По лево 2 слайда мы видим, какое очень хорошее расширение. С второй, даже третьей степени мы перешли в первую. С правой стороны мы видим, что все осталось практически без изменений. Расширение нижнего носового хода мы не получили. По датам анкетирования одним из важнейших критериев, позволяющих оценить эффективность, качество жизни пациента, определенное путем опроса до начала и после лечения. В ходе этого было установлено, что в третьей группе уровень удовлетворенности составлял 98%, он был максимальный. По мнению со второй группы, несмотря на полученные результаты, пациенты ощущали физический дискомфорт, эмоциональный дискомфорт, потому что аппарат съемный и на нюбе достаточно большое количество пластмассы. В первой группе удовлетворенности остался без изменений, так как это контроль. Еще хочу показать наши клинические примеры результатов. Это разведение на съемных аппаратах. Пациентка 9 лет, активная фаза 12 месяцев, а длительность 18. Почему длительность 18? Потому что мы после снятия аппарата оставляем его ночное ношение в качестве ретенционного периода. Справа мы видим пациентку с открытым прикусом, без окклюзии в фронтальном отделе. Активная фаза составляла 12 месяцев, а длительность лечения 18 месяцев. В качестве ретенционного аппарата мы оставляли аппарат в ночное ношение. Вот, например, в третьей группе исследуемых, только лечит
чем деток на съемных аппаратах, Маркороса. Пациентка 9 лет. Обратилась с целью эстетического функционального восстановления, установлен аппарат Маркороса. Активная фаза 2 месяца, то есть 2 месяца назначали активацию аппарата как по стандартному протоколу, про который я говорила ранее. И длительность лечения на данном аппарате составлял 11 месяцев. Также мы применяем аппараты Маркороса с лицевой маской для пациентов, у которых имеется дальний прикус для того, чтобы стимулировать рост лицевой кости и формировать правильное перекрытие в окральном отделе. Хотела здесь акцентировать на том, что динамика лечения составляла всего лишь 2 месяца. В месяце мы получили шикарный результат. Носил лицевую маску в течение 16-16 сутки, активация аппарата шла по стандартной методике. Дискомфорт ребенок практически никакого не ощущает. Лицевую маску не носит с удовольствием и никаких жалоб не поступает. Один клинический случай на аппарате Маркороса. Также пациентка 8 лет. Активная фаза 2 месяца. 2 месяца мы активно раскручиваем наш вен. И длительное лечение составляет 10 месяцев. Через месяц полностью аппарат снимается и результат остается стабильным. Что хотелось бы сказать, что тесное положение зубов и сужение верхней и нижней челюсти чаще всего у детей с гипертрофией поволочного кольца в 70% случаев во второй и третьей группе. Средний показатель интенсивности кариеса среди исследуемых групп 6,28, что соответствует субконтенсированной форме кариозного процесса, а распространенность кариеса 85%. Средняя длительность лечения детей на аппаратах Маркороса составила 8 месяцев. На двух аппаратах 12-18 месяцев, а фаза лечения 2 месяца, и расширение верхней челюсти на Маркороса составило на первых малярах на 4,8 мм. Одна фаза на съемных аппаратах 18 месяцев, и расширение верхней челюсти 1,8 мм. При нафазе эндоскопии выявлено ширина нижнего носового хода при съемной аппаратуре, вторая группа исследуемых, увеличивается лишь на 0,48 мм, при несъемной аппаратуре третья группа на 2-3 мм. И на основе проведенных исследований рекомендуется широкое применение полученных результатов и практических рекомендаций для диагностики и контроля лечения предлагается при смежных специалистов, в частности, горврача. Клиники мы активно разобрались. С целью активного междисциплинарного ведения пациента дошкольного и школьного возраста рекомендую считать аппаратом выбора несъемный аппарат Маркороса, рад быстрого ногного расширения, расширения нижних носовых ходов, обеспечивающих снижение рецидива, разрастание ногной ткани, а также повышение качества жизни ребенка за короткий период. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое, Юлия Александровна. Хороший такой практический доклад для ортодонтов, а самое главное, красивые клинические примеры, которые позволяют нам всем немножко по-другому планировать и тактику лечения, и рекомендовать какие-то другие лечения, не только заставить детей ждать до брекетов, как это некоторые делают уже взрослые, так скажем, ортодонты, когда планируют это лечение. Лучше все сделать вовремя. Спасибо большое за такой интересный доклад. И сейчас мы переходим к обсуждению, так как у нас программа конференции уже вся закончена. И первое слово я предоставляю глубокоуважаемому ректору Джасуру Алимджановичу, ректору Самаркандского государственного медицинского университета. Джалим Джанович, вам слово. Огромное. Слышно? Александр Анатольевич. Слышно? Да. Да, надеюсь, и слышно. Уважаемые коллеги, сегодня был не просто телемост, а всем дисциплинам стоматологии, а вообще сегодня очень праздник. Особенно сегодня я увидел своих
своих родных, своих уважаемых коллег. Вот Наталья Вячеславовна улыбается, машет руками. И приятно видеть всех коллег из разных стран. Вы знаете, сегодня телемост всех дал в одну точку, где мы можем увидеть друга, задать разные вопросы, касающиеся современной студии, касающиеся инновационным методом лечения и профилактики, что очень радует. Так как по специальности сам стоматолог, я от начала конца сижу здесь и радуюсь, что есть среди многообразия тем и многообразия авторов есть молодые специалисты, которые имеют и возможность, имеют и как бы желание выступить своими новшествами, своими научными докладами. И, конечно, это нас очень радует. Коллеги, я еще раз хочу выразить благодарность нашим организаторам, друзьям, нашим коллегам, которые сегодня были сами и вместе основали этот телемост. Желаю всем наилучшего и спокойствия в семье, и благополучия, и многих успехов в вашей деятельности. Спасибо вам, что сегодня вы организовали нам, для нас такой замечательный праздник. Особая благодарность это коллективу Дальневосточного государственного медицинского университета. Уважаемого ректора, который сегодня был вместе с нами, я наблюдал, и Константин Вячеславович был вместе с нами в течение, по-моему, 2 или 3 часов. Спасибо за такое доброе, такое радушное отношение. Желаю вам всех успехов, уважаемые коллеги. И из Казахстана я увидел, коллег из Российской Федерации и Пакистана, к чему я очень благодарен. Спасибо огромное. Большое, Джасур Алимджанович, для нас большая честь, что вы слушали всю нашу конференцию. Это очень важный показатель, отметили и качество, и уровень докладов. Поэтому для меня было очень важно, как вы оцените наше мероприятие. Я думаю, что наши взаимоотношения и сотрудничество продолжится, потому что мы с вашим университетом заключили договор, и в рамках этих договоров с нашими коллегами мы будем продолжать взаимодействовать. Спасибо огромное. И следующее слово для обсуждения, которое тоже очень важно, я хочу предоставить Наталье Вячеславовне Шиковец. Наталья Вячеславовна, вам слово. Большое. Я, конечно же, полностью присоединяюсь к словам уважаемого профессора Рязаева Жасура Межановича, что сегодня у нас просто теплый, замечательный, добрый праздник и огромную благодарность. В первую очередь, конечно, высказать нашей дорогой, неутомимой, энергичной Антону Александре Анатольевне, которая уже 10 лет неустанно, без перерыва, ежегодно собирает нас в этот замечательный праздник, Всемирный день стоматолога, и проводит вот такую огромную работу по улучшению знаний врачей-стоматологов детских, а теперь уже и расширяет наши контакты и возможности. Здесь я согласна, мы все уже давно люди, которые можно считать одной семьей, мы все близкие, мы все рядом встречаемся, мы обмениваемся опытом. И вот такие ваши прекрасные конференции, когда люди из разных, врачи-стоматологи разных специальностей могут приобрести новые знания, поделиться опытом. Это прекрасно. У нас сегодня вот на нашу конференцию пришли и врачи-стоматологи-хирурги наши детские. Нам очень интересно послушать те доклады, которые представлены, чтобы в каких-то нежных темах иметь возможность грамотно, четко отвечать на те вопросы, которые возникают у студентов. Поэтому, сложно даже сказать, для кого не полезна эта конференция. Она интересна студентам, клиническим ординаторам, аспирантам, врачам, ну и, конечно же, всем преподавателям вузов. Поэтому здоровья вам огромного, такой же неиссякаемой энергии. Вы вот просто как какой-то позитивный лучик притягиваете всех нас вокруг, и растет коллектив участников данной конференции.
А также огромную, конечно, благодарность ректору Жмеринецкому Константину Вячеславовичу за то, что он поддерживает все эти инициативы, представляет такую прекрасную студию, возможность вот подключения к нашей связи. Спасибо огромное, и дай Бог вам всем здоровья и процветания нашей ежегодной конференции. Большое, Наталья Вячеславовна, за такие теплые слова. Но я думаю, что не только я, а мы все друг друга находим по тем человеческим качествам, по уровню профессионализма, что позволяет нам дальше развивать наши какие-то взаимоотношения. Я хочу еще, чтобы вы все знали, поблагодарить нашего инженера, который обеспечил нашу связь. Это Дмитрий Дмитриевич Першин. Большое ему огромное спасибо, которое... Сегодня вот все время он с нами находится. Дмитрий Дмитриевич, вам огромное спасибо. И хочу я передать слово нашему тоже другу и коллеге Ольге Сенне Бегановой. Хочу послушать ее слово. А Наталья Вячеславовна, мы с вами тоже, как всегда, в рамках сотрудничества наших вузов будем продолжать. Спасибо. Ольга Сенна, вы на связи. Олена, слышно, как-то слышно меня? Но как-то не очень. Замечательный инженер, который нам помогает. Спасибо ему. Теперь слышно? Хорошо слышно, спасибо. Я хочу сказать, дорогие коллеги, наверное, лучше будет, если я скажу, дорогие. Нашу личную дружбу практически со всеми участниками. И когда мы говорим приветственные слова, когда мы говорим сейчас, когда мы выступаем, мы видим замечательные, светлые, теплые улыбки на лицах. Атмосфера проходит всегда наши конференции, я думаю, под идеей и большой личной дружбой вместе с тем удивительное созвучие научных исследований. Ведь практически так получилось сегодня и на прошлых конференциях, что как будто один доклад является продолжением или логическим завершением предыдущего. И, конечно же, темы, которые затрагивают на этих конференциях, в том числе и сегодня, весьма-весьма актуальные. И всегда у каждого докладчика мы находим для себя что-то новое, неоценимые знания, полученные путем сложных, красивых исследований. Ну и, конечно же, состояние полости сна у пациентов с кожной недостаточностью. А какие безграничные возможности открывают для нас сейчас новые исследования, которые были представлены группой авторов Иннокстана. И, конечно же, до встречи. Всем желаю хороших, прекрасных... Спасибо, что вы мотивируете к нашему.
нашему профессиональному. Ольга, спасибо вам огромное за такую хорошую и теплую оценку всех наших совместных исследований. Я думаю, что Джасур Алимджанович прав, что сегодняшний праздник, он является настоящим праздником для всех стоматологов четырех стран. Поэтому в завершении нашей конференции хочу поблагодарить всех участников, поблагодарить всех коллег, которые были у нас на связи. Всем, прежде всего, нам здоровья, счастья, повышение нашего профессионального роста, мира у каждого в душе, в семье и во всем мире, а самое главное – продолжение наших совместных вот таких мероприятий. Очень рада была всех видеть, поэтому до новых встреч. Всем нашим докторам хочу сказать, что все ваше присутствие, все будет плизировано, квиты рассосаны на ваши почты и по лечебным учреждениям. Поэтому никаких больше у нас не должно быть проблем. Еще раз большое спасибо и праздник.